Живот или ты мог ударить? Зачем тебе это? Саша тоже, у него есть живот. А ты тоже научился? Так чем здесь научиться? Ты и так делаешь хорошо. Научиться? Бери живот и делай. Так ты не можешь понять. То, что могут, он может, например, он. И ты извини, и... Вес он много меньше. Я давай, я давай.
Все есть. Мунтянка-то ли? Нет. Ура, нету! Есть!
Нету. Мунтянка стоит. Все, все понял. Тимофей, католицкий. Мне католицкий. Мне нужно свидетельство о рождении. Или свидетельство о рождении. Или копия. Мне нужна копия. Значит, на завтра, пожалуйста. Молит завтра? Он. Да. Он дома. Молит он. Он дома. А постараюсь. Правильно, дома, где же он дома? Ну, молит он дома. Мама, он дома. Так. Вот мой Максим. Так. Окрик Короленко скажет золотого гроза, золотого гроза, кабинка. Это взрослый. Так. Спасибо. Яночка, а, то есть, Яковуц есть, Лехавидов есть, Асиевский выбыл. Так, Буга Михай тоже мне нужно. Наштере, сестра Тертон, Аберинцев, Наштере. Так, и пару человек нужно еще сфотографироваться. То есть... А мне не стали. Истрать и Артур. А, Истрать и Артур и... Абабидан. Абабидан. Значит, я не помню. Есть ли твой ксерокопия? Пока дал, когда он с вами... Да я помню, но... Вот я нашел твои 20 лет, что ты давал. Надо тебе вернуть. Что, что, не туда так нет. Я тебе верну потом, а то стрю упал, потому что за 20 лет. О, хорошо. Пойду сейчас колочек выпью. А потом вспомнил, а это твое заявление, а это Максик. Надо отдать это. Черт что. Всю жизнь деньги, знаешь, когда все уходит. Значит что? Сейчас мы сегодня разминаемся, поработаем над болевым приемом, значит, фиксация, а потом первый делает, второй уходит. Друг другу помогают. То есть получается так, я делаю болевой прием. Это удержание как бы сверху идет, верхом. То есть я держу ручки, вы переходите на болевой прием, я убираю ножки и перехожу сам сверху, сажусь, уход. И получается так, один делает, второй один, второй один, второй. А потом мы разделимся, половина пойдет качаться, половина играть. Сегодня мы так и так. Значит, да, вот этот мат. Вот не берите мат, который рваный, а берите те, которые хорошие. Все, построили. Вот этот мат, убери. Можно брать удушание? Значит, чудо и ложиться. Нет, удушание. Не то, что брать. Со стойки с падением делать не разрешают. Да. Нет, возьми, сейчас видишь, я уже сделал. Завтра я должен приедать, это доверительный. Завтра? Завтра только в 3 часа. О, осторожно! Не-не-не, вытащи от этого. Выше. Сидим, нам не то, что набрали, надо вас взять. Все, построились. Значит, насчет удушающих. Можно курить, когда нам взять. Мать, кто меня катался? Мать, кто вот. Катался? Собери, пожалуйста, я тебя прошу. Да. Ты тоже, возьмите, соберите. Добрый день. Саша, я имею в виду, что ты не Двигайся.
самостоятельно. 5 минут, затем я вас буду. Я сказал, круг встали. Яночка, сюда, пожалуйста. Легче, Саша, когда сюда. По очереди. Саша первый делает. Не-не. Следующий. Хорошо. Пошли размялись. Вот так с паркой. Вращение, 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 Артур, вращение делаем. Следующее. Ушки. Ушки, у тебя там что, ушки растут? Хорошо, следующее. Уже давно. И уши были, и сопли были, и глаза были. И попу чесали, да, и живот. Пошли, пошли. Хорошо. Что там следующее придумали? Хорошо, молодец. Пошли медленно. Хорошо, следующее. Ваши майки ногами. Погряд. Пошли, растягиваемся немножко. Длину, ширину, поворачиваемся. Разминаем. Вдруг разминаем. Что такое? Хорошо, следующее упражнение. Кто у нас? Андрюха, давай. А уже было? Следующее упражнение. Пошли, страховка. Хорошо, следующий.
следующее. Делай так, чтобы... Вот, пошли. Вот, молодец. Хорошо, следующее. Ага. Аккуратно шею. Так шею аккуратно разминаем. На ручки, на грудку. Пошли. Право, влево, следующий ряд линейки ногой. Вот это шею. Следующее. Очень сильная шея, страшно. А что у нас, Николай? О, перевороты, красавчик. Стойка и потом на борцовский мостик. И обратно. Пошли. Кто может 3 секунды? Кроме Коли никто. Никто не может 3 секунды. А папа может. Никто не может. Давай. Я могу. Давай. Внимательно слушай. Я сказал, кто может 3 секунды, а он 10. 3 там не может. Следующий. Все. Следующий, Андрюха. Сели на колени. Так, иди сюда. Вот сюда. Сели на колени, ложимся на спину. 8 раз. Пошли. Уну. Ложимся, ложимся, встаем. Ложимся, встаем. Я не понял. Тебя что, ударит что ли? Давай работаем. Следующий, Саша. Что дальше? Ну, придумайте. Помогите ему, какое-нибудь упражнение. Скорость времени, давай. Велосипед. Велосипед. Пошли. Пошли. Нет, не ложимся на спину. Руки в упоре назад. Прямые руки, ножки, печори на ноги. И велосипед. Вы на спине. Ты на животе. Вы руки назад. И на пол. Вот так. Нет. Вот так. Сядь. Вот. И теперь пошел работать. Что ты лег, мой царь мой? Сядь. И теперь делай. Хорошо. Так, ноги вместе. Ноги печуали вот так, прямые. И написать свое имя и фамилию. Пошли. Каждую букву пишем. Ай, скрив. Номерили или приномерили? Буква П, Ж. Вперед. Ногами пишем. Эй. Подними ноги. Эй. Ноги подними прямые. Две ноги и двумя ногами пишешь. Макс, коленях не сгибай. Макс. Пошли, пишем. Да, пишем. Фамилия. Не только фамилия, имя. Данил, эй. Ашизавцы, боец, эй. Что ты лёг? Двумя ногами, ноги прямые. О, царенелый, блин. Ужас, что ты ноги... Диана, прямыми ногами. Это шея. Ноги вместе. Каждую букву двумя ногами пишет. И все. Все. Я могу. Группа, блин. Я не знаю, как вы учитесь, как с вами учителя учатся. Сочувствую, они им точно и молоко нужно давать. Спирт нужно давать. Так. Диана, да? Катаринский. С тобой, Ливию, с Максом, Саша, с Артуром, Андреем, с Николаем. Встали туда, ушли. Ушли. Встали по парам. Пошли кувырки через партнера. Кувырок через партнера. Расставили и наики у партнера. Юшечка,
Лилия Басова, колбасу не было, Лилия Басова. Хорошо, еще разочек. Так, страховка назад. А сигурари напой. А? Макс, не падаем, а сползаем, сползаем. Хорошо, молодцы. Так, а теперь партнер становится, и вы между ног пролезаете. Между печорами. Раз, раз, раз. Кто быстрее? Андрюха, парню как раз придешь служить. Давай. Далеко не становись, не надо далеко. Раз и встал, раз и встал. Так, я тебя накажу. Тебе второе замечание. Пошел за таблеткой. Пошел таблетку брать для тебя. Раз. И пошли сюда. Почему еще раз? Хорошо. Пошли на руках. Да, первый берет за ноги. Артур, ко мне. Сюда сели. Я? Все сюда сели.
еще раз. Из этого положения мы садимся на болевой. Значит, еще раз, посмотрите внимательно. Отсюда что мы можем делать? Если мы прижимаемся, захватываем руку, шею или просто две руки. И любым способом прижались. По самбо. 20 секунд, 4 балла. Под дзюдо 20 секунд, ипон 40 мотэ. 10 секунд – это вазари, пол победы. Для того, чтобы я не сделал удержание, то есть для того, чтобы я не прижался, видите, он упирается руками. Вот сюда упирается, не дает. Ну давай, не давай. Вот, хорошо. Значит, что в этот момент я делаю? Я сажусь на болевок. Ставлю ножку, раз, руки не убираю. Просто чуть-чуть согни и бежит. Раз, перехожу и сажусь на болевок. Руки вверх. Держи. Вот так. Держать нужно ногами здесь и здесь. Вот раз, два. Одной рукой вы фиксируете, или правой, или левой. Держи вот так. Для того, чтобы локоть не ушел туда, чтобы он не повернулся и убежал. Вторая рука здесь. Во время борьбы, конечно, вы будете стараться выпрямлять. Но захват за пальцы, команда мате и шида. То есть вы не имеете права ломать здесь. Хватать за пальцы, крутить руки. Значит, одной рукой вы держите, второй рукой вы стараетесь то вытащить. Но сейчас наша главная задача – четко научиться садиться на болевой. Посмотрите, видите, как я сел, да, держу. Раз, пяточки опустил, то есть руку здесь держу, здесь. Дальше я отпускаю, ложусь, хоп, теперь ты садишься. Ручки держу далеко. Зачем ты встаешь, отсюда ноги перекинул и все, садись. Поднимаешь ноги, садись. Ашизация. Блин. Ну сядь на жопу. Ну ноги перекинь сюда и сядь. Ты чё? Ну. Оп. Посмотрите. Раз. Все, четко сел, да? Я считаю, раз, два. Ты что делаешь? Отпускаешь. Ставишь ножки сюда, ложишься, ручки вверх. Спасибо. И я отсюда перехожу. Руки вверх. И я отсюда перехожу. Зафиксировал. Раз, два. Отпускаю. Теперь ты ложишься. Оп, на болевой. Раз, два. И можно не так, можно вот просто чуть-чуть придержать, чтобы ручки не расходились. Раз, две, три секунды. Оп. Все, раз, ушел. Я поворачиваюсь, ручки вверх и четко сажусь. Мне нужно, чтобы вы правильно сели. Чтобы вы правильно сели. А потом уже будем делать переход. Понятно, да? Так как я сказал, разбились. Вперед. Саша туда. Лилия, Максим туда. Диана, да, сюда. Андрюха там, вы здесь. И Андрей не в центре. Хочу, пошли. Ваши, болевой. Сашенька, чем-то, пожалуйста. Чем-то. Катевицкий, чем-то, пожалуйста. Сюда. Пожалуйста. Все. Все. Так. Ложись, давай, давай, делай. Садись на болевой. Ашизацию. Сел. Вот так. Вот. Не надо ложиться, а считай. Раз, два, три. И ложись. Да не надо уходить, просто перекинешь и поставь и все. Так.
Сашенька, ручки надо держать, не отпускать. Ну, меняйте. Спасибо. Наоборот, ноги туда, руки сюда. Руки держи, держи руки, цени. Ты цени, не он, а ты. 2-3 секунды баскетбол. 2-3 секунды баскетбол. Цени. Хорошо. Матер, Артур ко мне. Артур ложится. Дает мне ложись. Я захватываю. Руд ручки держит. Теперь моя задача. Чуть-чуть согни. Моя задача удержать. А он должен уйти. Я его должен удержать. Поэтому вы что делаете? Вот эту ближнюю руку согните ему. Хоп. Видите, можете так взять, можете положить сюда. Уходи, хаджина. И моя задача удержать его. Уходи, уходи. Давай. То есть... Вот это. Вот это. То есть, ну, вы держите. Я вам просто показал, что надо еще и ногами держать хорошо. Итак, первый номер держит, второй уходит. Девочка, отсюда человек. Ну, хорошо, вот сюда. Готовы? Хаджина. Первый номер. Держи, второй уходит. Хаджина, уже уходит. Правильно, что ты имеешь, уже ушел, пока ты будешь полчаса. Давай. Вот это. Чем ты, Аиша? Аиша. Баскетбол, второй номер держи. Матэ, второй номер. О! Готовы? Хаджина! Уходи! Ну, держи его, держи! Все, поменяемся. Матери поменялись. Вы вдвоем. Перейдите вон туда. Вы вдвоем. Перейдите вон туда. Давай. Матери. Поменялись. Дима, сейчас ты руку отдаешь. Держи ее. Поменялись, приготовились. Хаджина. Первый уходит. Второй делает. Мате, поменялись. Приготовились по команде, уходим. Готовы? Да. Хаджина. Уходим. Раз, два, три, четыре, пять. Я ушла. Шесть, семь, восемь, девять. Мате, Андрей ушел. Итак, ушла только Диана и Андрей. Поменялись. Ты уже опоздал. Приготовились. Марк. Чуть-чуть назад. Назад посередине. Приготовились. Взяли захват. Ручки согните, кто уходит. Ручки согните и держите. Не отпускайте. Хочу. Раз. Два. Три. Что ж ты не делаешь? Четыре. Пять. Как это слышал? Шесть. Семь. Восемь. Девять. Матери. Не ушел. Все ушли, кроме Макса. Поменялись. Поменялись. Слушайте внимательно, Матэ. Посмотрите внимательно. Если вы на волейбол, вы имеете право его оторвать от ковра, не имеете права бросать. Бросать сверху нельзя. Вы можете положить его или просто держать. Бить можно только... Даже по боевому самбо нельзя так делать. Нет, то есть, там есть спортивное самбо и боевое. Вот спортивное нельзя, а боевое можно. Приготовились. То есть бросать противника нельзя, вам сразу. Вот под джиу-джитсу греплингу сразу концовку мати, дисквалификация. Внимание! Че? Входим. Яша. Держи, Макс. Семь. 8, 9, Мате, ушел Андрей, и все. А что ты лежишь там?
Кто тебя любит? Не мог уйти? Поменялись, последний раз, смотрим. Готово, да? Один. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Мате, что? Да, он так может этот Мате. Всем Мате. Отпускай. Отпускай. Ну, значит, смотрите. Сея. Джиу-джитсу. Один залез на болевой. Второй встал. А он висит. Тот взял, бросил. То есть сразу дисквалификация. Это у нас один мальчик. И стал вторым на республике, но мы просто не знали. Второй раз боролся уже в ад, боролся. И он, да, и он раз зацепился туда. И спарта, кто-то его поднимает. У нас как по дзюдо раньше было. Если я поднял партнера, одна в 2 секунды команда на Т звучит. А сейчас смотрят, если я ничего не могу сделать, то Мате. А в принципе разрешают даже стойки делать болевой, например, удушающий. То есть я со стойки встаю, я судья считает раз, два, три, и говорит Мате. А если делает болевой, то считается. Так под джиу-джитсу что получается? Он залез на него, он его, а он держится. И руки у него хоп, и болевой сделали. Значит, что мы сейчас делаем? А сейчас наоборот. Католический, да? Католический, да? Где она сюда? Значит, что нужно делать? А сейчас Артур ко мне. Я лежу, Артур лежит, а моя задача сделать ему болевой. Ложись. Значит, что? Я взял захват. На болевой. Сел. Ножки скрестил, прижал его к себе. Если он так будет держать, ему сразу сделают болевой. Значит, нужно как держаться? Тебе можно держаться. Так. Можешь так держаться. Или так. За куртку пока держаться не надо. Будет держаться так и так. А уже потом я вам покажу. Значит, вот так. Вот, вот если он так держится, обязательно держите. Смотрите, что. Локоть. Локоть. И начал убежать. Дальше. Вторая рука. Видите, кисть. Вот куда идет. Раз. Можно отсюда взять хоп и потащить. Держи. Отсюда. Раз. Чуть-чуть в сторону. Не сразу на себя, а чуть в сторону. И потом на себя. Единственное, что не делайте рывок сильный, чтобы не травмировать. Просто чуть-чуть выпрямите руку. И держите 5 секунд. Еще второй. Вот он держит. Мне не хватает сил. Что нужно делать? Эту руку я держу. Держи хорошо, так пожестче. А второй рукой беру за локоть. И ты сюда потащил. Хоп. Значит, еще раз. Вот мы захват держим. Обязательно локоть в сторону на себя. Если не получается, то здесь не оставляем захваты, чуть-чуть ручки выпрямляем. Хоп. И делаем так. Попробовали. Сейчас вы не боретесь. Иди к даму. Католицкий. Перешел сюда. Значит, сейчас вы просто пробуете. Один держит, а второй старается сделать болевой. Но когда рука прямая, резко не дергаешь, чтобы не травмировать. Вот. Первый защищается, второй старается сделать болевой. Что ты, Лёг? Я что, лежал? А почему ты руки не держишь? Держи руки жестче, не давай ему делать, прижми их к себе. Согни, вот так. Стоп. Хорошо. Еще раз. Резко не дергаем. Пробуем. Жестко руки свои держи. Мате, поменялись. И еще. Вы отсюда можете ногой раз упереться в руку. Ногой не разрешает, сидит по самому дзюдо. Меняется. Второй номер делаем. На руках.
Вот, молодцы. Макс, отпускаешь. Похлопал три раза, отпускаешь. Меняемся. Даете заклад, потом защищаете. Чего? Не забываем хлопать, рукавчик. Три раза быстренько, раз, раз, кричать можно в левую. Хорошо, Матен, Артур сюда. Ну и последнее. Здесь вы помогаете друг другу. Ложись лицом, ложись на спину туда, к ним. Разверни голову сюда. Значит, что? Смотрите, садимся. Вот сюда, сюда. О, значит, что моя задача? Перейти на болевой. Его задача – скинуть мои ноги, перейти на болевой. Мах. Да. Значит, что? Ставлю ногу. Держи хорошо ногу. Отсюда ставлю ногу. Отсюда. Раз, перешел. Что ты делаешь? Ты мои ноги убираешь в любую сторону. Нет, нет, нет. Туда скидываешь. Раз. Видите, рука остается. Уходишь на колени. И я ложусь. Хоп, садишься на болевой. Раз. Нет, садишься ко мне сюда. Садишься ко мне сюда. Садишься. Раз. Дальше. Ставишь ногу сюда, в голове. Хоп, и садишься на болевой. И на болевой садишься. Раз, два. Видите, он сел. Ноги. Вот. Теперь что я делаю? Теперь я беру ноги, скидываю в сторону головы. Раз. И перехожу сюда. Он ложится. Оп, сел. Сел. Вот они ручки. Значит, эту ручку ставлю, перехожу на болевой. Да что своими руками, держи чуть-чуть. Вот эту руку, что ты разбил? Разбрасывай, держи ее чуть-чуть. Ну держи чуть-чуть. Раз, два, сел. Берешь вот этой рукой, сбрасываешь ноги к голове, хоп, и переходишь, садишься на колени, пошел, 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 и садишься сверху. Раз, два. Дальше. Ставишь ногу любую, хоп, и садишься на болевой. Я ему помогаю. Раз, два. Одну руку я держу, чтобы он мне не сделал. Второй свободной рукой я беру ноги, чуть-чуть придержи ножки. Отсюда скину. Хоп, дальше что? Сажусь. Хоп, и захожу сверху. Сел, держи руку. Раз, два, хоп. Что? Вот этой рукой ты уже должен убирать мои ноги. Раз, убрал, видите, скину. Заходит сюда. Хоп, я его отпускаю. Садится на болевую отсюда. Пошел на болевой. На болевой! Ой, с другой стороны. Хоп, сел. Посмотрите внимательно. Вот эту руку и должен жестко держать. А вот это тогда смотрите внимательно. Раз. Хоп. Да, отсюда перехожу. Сажусь сверху. Хоп. И ставлю ножку. Раз, раз. Вот эту жестко держи, а эту руку вытаскивай. Тебе же надо. Хоп. И обратно. Пошли. Попробовали. Первый номер садится на болевой. Второй номер скидывает ноги. Дальней рукой за ноги скидывает. Скидывает с головой. Садится на колени сверху. Яна, руки вверх. Вверх руки. Садись на болевой. Оп. Нет, нет, Яна, другую ножку. Другую ножку. Раз. Уходит. Так нет. На колени к нему. Нет его, к нему. Садись сверху. Ошибаться. Сверху садись. На него садись. Вот. Руки вверх. Матей. Смотрите, еще раз, когда Диана ушла, все, я руки вот так держу. Когда она села на болевой, если с этой стороны, я эту руку чуть-чуть напряг, чтобы... А вторая рука уходит у меня, чтобы я мог ноги сбросить. Пошли. А ну-ка, кого лучше получится? На болевой. Я сел.
он ушел. О, скинули ноги в сторону головы. Садись на колени, а что за отсюда? Оп, оп, переходи ноги за. Вот. Так. Мате, эй, ты ранен, мой, иди сюда. Мате. Так, посмотри, мне. Не так, садись. Иди сюда. Да. Сядь на полевой. А что за отсюда? Посмотрите, сядь, не ложись. Вот он держит. Этой рукой не двумя держите, а одной. Держи хорошо. Посмотрите, рука. Будь здоров. Рука сюда. И в сторону. Посмотрите, убираю. Вот куда убираю. Вот. Дальше, эй. Дальше я перехожу сюда. На удержание. Сажусь сверху. Что вы легли там, эй? Можно подушки принести еще? Держи хорошо руку. Подставил ножку и перехожу на болевой. Если я с этой стороны сажу, значит этой с одни хорошо держи. А этой рукой убираешь и ноги мои убираешь в сторону. А ну пошли. Ань. Сядь ко мне. Оп, и пошел. Оп. Стоп. Диана. Еще раз. Вы поставили руки. Он перешел на болевой. Если у вас руки прямые, он делает болевой, вы ничего сделать не можете. На эту руку он садится. Значит, согните ее и держите, чтобы он не мог сделать. А это скидываете. Так. Оп. Вот, Макс, Макс, переходи на удержание. Покажи удержание, тогда он поставит руки. Ливер, а что у тебя с той рукой? Ручку согни. Я руку не отпускаю, иначе он вообще убежит. Держи руки, держи руки, держи. Так ты что ж ты отпускаешь? Ты же держи ручку его. Отойди, Катерина, отойди, отойди, Катерина, отойди, отойди! А ну еще раз. Так, Яна взяла за два. Делай болевой. Делай болевой. Так что ты отпустила? Показывай болевой. Или сдавайся, или уходи. А что ты ее отпустил руку? Руку надо держать. Янчик, если так будешь садиться на болевой, он же убежит от тебя. Так. Вбрасывай ногу. Тащи. Вбрасывай ногу. А, все, молодец. Вот так. Это же сразу надо. Раз. Делай болевой, мой катурист. Держи его ногу. Делай болевой. Бросай ноги, уходи! Давай, давай! Голову утаскивай! Вот, выходи на него! Иди, иди на него! Вот, 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 вот! Вот! Тимофей, опять? Да, пошел! Так! Мак, что ты от него вот так сидишь? Сядь ближе! Сядь ближе! Вот так, не лежи! Николай, как ты хочешь? Нет, Лима, как ты хочешь сесть, если у тебя рука прямая? Это же болевой. Вот, молодец, Катавицкий. Нет, Катавицкий, кто это? Катавицкий, правильно, молодец. Только ты его просто так не отпускаешь. Держи его. Смотри, не так, он не услышит. А по нему послушать, а где? Нет.
Хорошо, ну ты. Сейчас. Поторицкий, ну ты. Иди делай дам. Диана, делай ему. Поторицкий, туда. Итак, приготовились. Лилия делает удержание. Сел сверху. Макс, ложись. Сердце сверху. Я как бы сел сверху. Саша, сел на Артура сверху. Сел. Значит, ваша задача сделать удержание. Нижний, ваша задача упираться, упираться, потом раз, перевернуться на живот. Убежать. Понятно? А ваша задача, что? Да, твоя задача. Да, твоя задача. Сделать удержание. Если он будет уходить, тогда сделаешь болевой. Сделать удержание. Встань на два колена. На два колена. Женой, должен. А с икони. Уходит, делаешь болевой. Приготовились. Хаджи. Уходи, Николай. Все, ушел. Мате. Мате, поменялись. Делаем удержание. А если не получается... на два колена сядь. Делай удержание сначала. Уходи, делай... Мак, команда, сядь. Сядь. Приготовились. Хаджина. Делаем удержание. Делаем болевой. Душу его. Один сдался. Все, отдавай. Мате, баскетбас. Посмотрите. Еще раз. Соперник не уходит, делайте удержание. Соперник уходит, делайте болевой. Соперник ушел, лег на живот, делайте удушающий. Приготовились. Как ты садишься? На колени все. Джек! Душа его. Садись на болевой. Слушай, потом садись на болевой. Матэ! Матэ! Поменялись. Смотрите. Делаем удержание. Он уходит. Делаем болевой. Ушел. Делаем удушающий. Ложится на бок. Делаем болевой. На спину. Удержание. Вам 15 секунд. Ты не делай сразу, потому что он не уйдет, и ты все, и он тебя скинет. Удержание сначала. Ну а дальше садись на нее, делай удушающий. Уже поздно. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Матэ! Поменяли. Что? Что? Удержание? Нет. Болевой? Нет. Дышающий? Нет. Так, по команде Сона Мама. Не двигаемся. Сона Мама. Есть такая команда. В дзюдо вы боретесь. В суде непонятно. Есть удушающий? Нет. Или еще какой-то причине, например, кровь идет. Он говорит, что на маму, оба не двигаются. Потому что если один из вас двигается, он просто стойку поднимает, дает замечание тебе. Обычно тому, кто, если нижний двигается, тому шида и обратно ставит. По команде через 10 секунд, а я смотрю, кто выигрывает, кто проигрывает. Внимание. Джек! Держи руку перед душой его. Держи ногами на душе. 7, 8, 9. Стоп! Кто на мама? Не двигаться. Ушел. Так, значит, здесь держи. Стоп, вот так руку отпусти. Руку назад сюда нельзя. Сразу должен отпустить. Все, здесь нет. Саша прижался? Да. Что ты ушел? Что на мама не двигается? Ты не прижался, значит удержания нет. Ничего нет, не шел. Так, здесь Макс уходил, ты делал. Он только ногами нужно держать голову. Тогда он не идет.
Хорошо, Юлия. Здесь, отойди в сторону. Стоп, тебе. Ложись на живот и поворачивайся в ту сторону. На живот. Ну, ну. Поворачивайся. И будет, ну, в другую сторону. И будет. Еще. Стоп, не делай болевой. Просто поворачивайся. Еще раз. Ну. Инверс. Инверс. Хоп, стоп. Вот так ты должен сделать. Тогда голова вниз. И ты его держишь. Если ты поворачиваешься, поворачиваешься в эту сторону. Разворачивайся. Вот. То здесь он просто встает в стойку. Мате. Поменялись. Приготовились. За удержание 10 мешков, за болевой 5, за удушающий 3. Джек! 5, 6, 7, 8, 9. Сторона! И двигаться. Диана, молодец, улыбнулся. Ушла. Так, непонятно, то ли что ты хотел. Видишь, не удержали, то есть не по-любому до конца. Ближе надо было удержание делать. Мате, Макс хорошо держит. Ты хорошо встал даже на массу, можно было. Молодцы, оба. Так, Сашуня, ты что с руками у тебя? Почему вот этой рукой ты не скидываешь ноги? Поворачиваться надо. То есть вот он держит, а ты должен разворачиваться. Или в ту сторону. Правильно он держит. Вот ты здесь ушел. Поменялись. Приготовились. Нет, нет, я буду встать. Встань. Иди сюда ко мне. Готовы? Ну вы готовы или нет? Внимание! Джек! Голову убирай! Голову ниже! Матей! Саша, молодец! Ну, Диана, скажем, наполовину. Команда Хаджиме, Артур. Эй, бестолковый, блин. Ну, Артур, ты бестолковый, блин. Матей? Макс, Япон, Катавицкий, Япон. Япон! Николай тоже молодец. А Артур? Мозгов нет. Сюда. Иди сюда, Артур. Садись. Вот смотрите, что делает Артур. Иди сюда, Артур. Нет. Садись на меня. Первое. Вот вместо того. Эй! Вот сюда все сели. Мальчики, перешли сюда. Поехали. Сюда. Еще раз. Легче всего сделать удержание. А потом уже болевой удушаешь. А вот что делает. То есть я лежу, вот мне садится. Хочет на болевой садиться. Он нифига никогда не сделает. Я просто руки опускаю, ты уже никогда ничего не сделаешь. Ты меня отпускаешь, садишься на болевой. То есть вывод. Не получится. Сладкий еще спасибо скажет. Ну, на. Готов? Делаешь сначала что? Удержание? Потом болевой удушаешь. Да? Готов? Ну, давай, приготовься. То удержание. Ногу, наверное, на колено надо поставить. Ну, наклониться надо. Да. Так не надо болевой, сначала удержание делай. Хаджима, все, я стараюсь уйти. Что ты падаешь? Ты держи, делай удержание. Так удержание нет еще, ты же не прижался ко мне. Видишь, я тебя держу. Вот. Ну, болевой, давай. Давай, оп. Еще раз, ну.
сюда, сюда. Давай. Вот, правильно. Сейчас вы удержали. Хорошо. Хорошо. Так, удержания нет, я тебе не даю прижаться. Хорошо, ножку поднял, еще лучше. Видите, ножку поднял, ногу поднял, я просунул руку и ушел. Еще легче. Еще раз, если ты видишь, что соперник уходит, тогда ставишь ногу там и делаешь болевой. А потом, ты же смотри, куда он уходит. Ты ставишь ногу, а он сюда же уходит, тебе неудобно. Не спеши делать, что болевой. Сначала прижмись, сделай удержание. А ты хочешь так, как тебе удобно. А если Саша заходит, ему его так не нравится? Так Саша может не уходить, ты захочешь болевой сделать, а он будет лежать и все. И будет очень тяжело. Так, все, встали. Встали. Так, Саша, Артур, сюда. Становитесь здесь. Вдвоем. Макс, сюда. Макс, сюда. Быстрее, 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 быстрее. Время идет. Ливи. Ливи, давай. Давай, сюда. Да, ты с кем? Хай, хай. По парам становимся. Где твоя пара? Вы туда, а вы сюда. Вот так. Все, становишься. Я тебя толкаю, делаю страховку назад. Оп, и встаю. И его толкаю. Пошли, страховку назад. Ты когда падаешь, посмотри, вдруг сзади. Вдруг сзади. Сильнее, Диана. Еще сильнее. Только назад падаем. Назад, назад. Страховка назад. Сильнее толкаем. Сильнее, чтоб летел. Андрей, сильнее толкаем. Окей. Партнер поворачивается, делает поворотку. Спину. Диана поворачивает. Надо совсем аккуратно толкать. Диана, ты молодец. Ну-ка, сильнее его толкать. Вот так, молодцы. А теперь боком становимся. Боком толкает и делаете кувырок в сторону. Боком. Не спинаря, бок. Алло, молодец, как овечки. Меня. Хорошо. Молодцы. Мате, вот эти три пары. Ум, до и три. Ошибаться. Юрий Александрович. Пусть они пойдут, будут играть. Раз, два, три, четыре, пойдут, покачают. Я тоже хочу играть. Тренер, можно? Тренер, можно? Тренер, можно я пожалуйста?
кольцо, ваше кольцо. Аккуратненько играем. Thank you.
Убежал пас. Пас. Где со защитой? Стоп. Мате. Сели там. Сели, сели. Николай, что? Иди как здесь плечо. Дай Николаю, да? Не бросай. Не бросай, отдай. Встань туда, пожалуйста. Туда встань. Стоп. Еще раз. Вы открылись, хотите получить, чтобы он вам дал мяч. Куда он будет бросать? Там у вас руки вниз. Поэтому для чего руки у вас? Покажите сюда. И он знает, что будет. Вот сюда надо бросать. Покажите сюда. Теперь. Да, встань сюда. Встань к нему лицом. Теперь посмотрите. А, встань назад. Назад, встань. Вот ты хочешь, да, дать пас. Дальше чуть-чуть назад. Стоп. Я стою здесь. Что делает Коля? Правильно, стоп. Две вещи нужно. Или, да, должен уйти сюда и получить мяч. Или туда. Или же ты уходишь туда-сюда. Правильно? Ты можешь показать, что ты уходишь туда. Покажи, что уходишь. Я смещаю. Оп. И тогда идет пас. Встань сюда. Но ни в коем случае, стоп. Смотришь на меня, да? Да. Я же тебе буду давать. Ни в коем случае вот так не бросать мяч. Вот так. Мяч летит долго, он поворачивается, бежит на него. Дальше. Кадовицкий бежит на него. И он. И все втроем на одного Дана. И все ударяются, все шишки имеют. Чтобы я не видел. Это первое. Пас не через партнера. Если партнер стоит... кинь мяч. Кидай, кидай, кидай. Еще раз. Встань. Если партнер стоит сзади, это неправильно. Он должен стоять. Иди сюда, Кадовицкий. Встань вот сюда. Вот так. Стоп. Он не имеет права так стоять. Стой на месте. Он обязательно должен встать между игроками. Вот когда между, я могу сюда показать. Раз, и никто не достанет. Понятно? Все, приготовились. А у нас нет. Готовы? Начали. Между игроками. Что ты стоишь сзади? Я слышу. И какая защита? Нет защитника. Вот, сам. Ой, красиво. Диана, открывайся. Через Диану играть. Не считается, только через Диану. Открывайся, Диана. Так, дай-ка мне пояс от тебя ударить. Дай пояс. Быстрее. Ай, репеня. Ты как дал пас сейчас? Через партнера. Через партнера. Лапу чуть не сбил. Этот чуть ли не на нее. Вставай, что ты сидишь? Почему ты так пас дал? Я? Почему ты стоишь за спиной у них? Почему ты не открываешь? Ты неправильно встал. Он неправильно встал. Сейчас бы на тебя кто-то упал коленом в глаз. Ты понял свою ошибку? Еще раз. Отошли назад. Готовы? Джой! Значит, еще одна ошибка. Ты бежишь к партнеру. Партнеру. Раз и бросаешь ему. Кто так делает? Ты бежишь к партнеру. Раз его бросаешь. Конечно, ему тяжело. Партнер, что ты должен делать? Уйти с дороги. Ну, есть. Можно уйти с дороги, а можно, например, как виски. Стой на месте, стой на месте. Забери у него меч. Забери, забери. Катавирский забирает. Видите, я его блокирую. Я его не бью, ничего, просто не даю подойти. Вот ты должен был что сделать? Блокировать просто. Возможно, чтобы он убежал. Мате! Отойди в сторону. Готовы? Начали. Диана открыться не в центр. Не двигаться! Диана, посмотри за ним. Видишь, он на тебя нападет. Он нападет. И он. Почему тебе тут не уйти вот сюда? Почему тебе туда не уйти? Почему ты стоишь прямо в центре? Ачу! Ты не взял, да нет! Молодец, Миша.
Стоп! Стоп, не двигаться! Не двигаться! Вот посмотрите, Андрей поймал мяч. Поймал мяч. На него бросаются, и он просто туда, лишь бы бросил. Встань сюда, Андрей. Что нужно было сделать Андрей? Он говорит, пап, ты должен смотри внимательно. Встань сюда. Вот вы сейчас ничего не делаете. Держи мяч. Посмотрите, я прошу Дианы мяч. Она мне кинет мяч. Но я должен сразу знать. Вот мой партнер стоит. Держи мяч. Кидай, Диана. Смотрите, я сразу кинул раз и сразу поймал. Почему? Я сразу смотрю. Кольцо, он, она. То есть я взял мяч, и только он ко мне побежал, я сразу раз посадал. Заранее смотреть, кому отдавать. Заранее. Не схватил мяч, а потом, кому отдавать. А смотришь, да, стоит здесь, может быть, там стоит, да. Раз, хоп, и туда сразу. Хорошо? Дальше. Заранее смотреть. Открывается Диана. Диана! Это тебе повезло просто. Стоп! Что это за пар? Смотри. Вот, держи. Что это за пас? Берешь, значит, раз показал туда. Оп, то есть от плеча, раз, мягко должно быть. Кинул. А если бы он побежал? Держи. Тебе. Вот, пас! Вот. Молодцы, вот хорошо. Диана, руки, руки, Диана! Пас обратно! Вот, молодец! Еще раз руки держи, отойди! Диана, готовься! Без ног! Диана, в центре не стоп! Стоп! Ладно, стоп! Значит, еще, посмотрите. Посмотрите. Если я стою здесь, вот там кольцо, мне дают мяч, смотри, раз, два, три бросаю, так они меня заодно сожрут. Здравствуйте. 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 Еще раз, Диана, ты должна смотреть на него и на кольцо, ты должна видеть. Взяла мяч и сразу бросила. На него, посмотри, тебе кольцо не видно, иди сюда. Вот смотри, если ты на него смотришь, тебе кольцо не видно. Иди назад, иди назад. Видно кольцо? Покажи рукой кольцо. Покажи на него. Вот. Так, стоп, кидай. Держи. И кидай меня, Мяч. Раз. Сразу кидай туда. Видишь? Тебе ничего даже не надо делать. А ты стоишь здесь, кидаешь мяч, поворачиваешься. Он тебя начинает толкать. Пишет. Хорошо. А тебе? Пошли. Правильно. Помогай, помогай. Стоп, сейчас палочку возьмем. Выручалочку. Хорошо, стоп, смотри. Мячик туда. Построились. А вот и пошли. Подровняли. Подровняли. Вывод. Для того, чтобы играть, надо учиться. Тогда будет интересно. Знаешь, что нужно делать. То есть у тебя должен быть план. Что нужно делать? А если будешь думать во время игры, это поздно. Во-первых, ты уже должен сразу раз между игроками встать. Раз. Ты уже должен знать, когда бросать, когда пас давать, когда немножечко прикрыть. Тогда интересно. Так, вам. Раз, два и Андрей. Туда. На 30 раз. Вы сюда. Пошли 30 раз. Хорошо. Вот туда. Все, подтягивание. Вот туда, на середину. Каждый по 30, да? Каждый по 30. Саша, Артур.
30 раз. Пошли. Артур, быстрее, бегом. Бегом, бегом, бегом. Давайте. Артур, быстрее, ой. Ты такой взрослый, у тебя так долго доходит. Какой классный пацан, ну. Давай, пошел, Артур, пошел. Самый сильный, самый красивый, здоровый. Но глупый. Ну как? Середину включи. Нет, другую.
Ага, смотри на нее. О! О! Вот, батенька, вот уже лучше. Все, ушел. Давай, Николай. Хоть вы и есть, у меня там зеленый фон, он сюда чуть. То есть синий фон. А что ты моргаешь? Быстрее, следующий. Да, свободен. До свидания. Лена, что ты мне должен? А ты веримся до нас 3-4, да? Хорошо. О, стой, а что ж ты глазки закрыл? Мне как придется открывать их тебе. Сейчас подожди. А что ты так поставил? Давай. Санчо, передайте Мише, пожалуйста. Он тоже должен. Хорошо, ушел. Фотомодель, да? Чупчик, шмурчик. Красавчик. Он учиться, наверное, любит учиться. Да-да. Еще тот. Каким дурачком пришел? Я офигею. Не, Марс, я не фотографирую. Иди сюда, надо перетренировать. Сейчас я покажу, что. Ну, вниз. Но он серьезный. Смотри. Когда работаешь, все, прыгай. Аса, ты когда работаешь, что ты лицо красное. Поэтому, когда придешь, я тебе сделаю. Это нормально. Так, сколько времени? А, 5 минут еще у вас есть. Готовьте свои задницы. Да, Владимир? Надо их качать.